Тельняне во многих храмах стоит вот такой вот престол. Это как, можно сказать, для патриарха, потому что патриарх во многих храмах, соборах, он как бы как настоятель. Ну, это такая больше во многих храмах традиция, а здесь уже потому, что это кафедра. Сейчас мы еще спустимся в нижний предел собора этого. Надеюсь, мне память не изменяет, Благовещенский он. Что, уже вернулись? Ну вот мы в нижний предел спустились, как я говорил, это Благовещенский храм. Ну и как я вам подсказывал, учил, вот она, центральная икона. И с правой стороны от Спасителя икона Благовещения, что подчеркивает, в честь кого освящен этот нижний предел храма. Да, 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 да.